Лимон меренга. Красавица. Красавица с огромными листами, круглыми, желтыми. Наконец-то я собрала все семейство. Моя мечта сбылась. Я собрала всех ее детей, можно так сказать. Начиная от того, кто спартанул. Сейчас вам всех покажу. Лист плотнейший. Проявляется потом вот такая вот сжатость. Очень красивая хоста. Я просто от нее, честно, я когда ее увидела, когда она набрала свою силу, мне, знаете, вот как-то раз, потом я увидела габар, потом я увидела бамсы. Ну и последняя, это была, конечно, мечта, это вот этот вот сорт Soul Price, да. Вот он, видите, это тоже ее произведение, можно так сказать. Должна проявляться желтая окантовка. Посмотрим со временем, как она проявится. Он у меня только первый сезон вышел. И сейчас я подойду, покажу вам, какие огромные остальные родственнички. Габар. Он какой-то, знаете, самый наглючий. Он такой наглючий. Я вот с ним ему объясняю, ну зачем ты так широко разбрасываешь свои листья? Мне же надо, чтобы рядом еще росли какие-то хвосты. Смотрите, какой огромный лист. Лист сейчас уже... Ребят, ну вот моя рука, я не знаю, сантиметров 40 лист точно есть. Габар — это совершенно зеленый сорт, но как же я не могла, ну как, надо было, чтобы была вся компания, тем более, в принципе, он был вторым, который я купил. И вот бамсы сейчас не набрала свой роскошный цвет. Бамсы — это прямое отражение, как бы, вот этого Soul Price. Вот. Здесь наоборот, желтый центр и темная окантовка. То есть, ребятки, вот такая вот чудеснейшая семейка у меня есть. Мечта моя сбылась. Одну секунду я отступлю, чтобы никого не раздавить. Вон они какие огромные, красивые. Видите, какая сжатость такая. Вот такая. Вот это как-то у нее поспокойнее характер. Я габар, я же говорю, он... Прям парень с характером. У него такой какой-то настырный чересчур. Так что вот моя веселая семейка.